На мой взгляд, два главных качества для фотографа и любого творческого человека – это вкус и чувство меры. Именно они и формируют стиль. Чтобы создать свой стиль фотографии, а заодно развивать вышеупомянутые качества, сперва надо определиться с тем, что вам нравится и в каких направлениях вы хотели бы двигаться. Для этого постоянно смотрите как можно больше фото, независимо от жанра и содержания. Это могут быть фотографии современников или классиков, портреты или пейзажи, цветные или черно-белые фото. Также это могут быть картины, рисунки и стоп-кадры из фильмов. Создайте папку для понравившихся фото и сохраняйте все изображения, которые находят у вас отклик, в эту папку. Пересматривайте эту папку регулярно, добавляйте новые понравившиеся фото и удаляйте те, которые стали нравиться меньше. Ваши взгляды будут меняться постоянно, и надо поддерживать актуальность своей подборки. Когда фотографий, которые нравятся, все так же соберется достаточное количество, скажем, больше 100, начинайте разбирать их на составляющие и анализировать. Здесь ваша задача понять, что именно в этих фотографиях вас цепляет. Разбивайте фотографии на группы или создайте несколько папок, сортируйте их по признакам. Нравится цвет? Объедините их в группу. Нравится объем, композиция, линии, сюжет, графичность, а может уникальность момента или образ? Соберите их вместе по этим признакам. Теперь вы знаете, чем вам нравится та или иная фотография. Пора внедрять эти вещи в ваши работы. Вам понадобится много практики и самоанализа. При этом не забывайте смотреть и находить новые интересные кадры. Когда наснимаете достаточное количество своих фото, пересматривайте уже их и отмечайте для себя работы, которые, на ваш взгляд, наиболее удались и в которых максимально заметен общий почерк. Эти фотографии и используйте в своем портфолио. Забудьте про подписи и логотипы. Ваши фотографии и так станут узнаваемы. Это неизбежно. И самое главное, снимайте что хотите и как хотите. Нарушайте правила. Не бойтесь критики или осуждения, не пытайтесь никому угодить. Если ваши фото обсуждают или критикуют, это как раз признак того, что вы на верном пути. Вас всегда найдет свой зритель и, соответственно, клиент. Хуже быть на кого-то похожим и затеряться среди толпы. То, что будет отличать вас от других и будет вашим стилем.